шестая лекция. Я вижу, что у вас кубло. Если вы сидите разреженно, думаете, что мне не видно? Не видно. Я не претендую на собственную исключительность или что я читаю лекции хорошо. Я знаю, что я делаю это очень плохо. Но вот, зато я есть. Вот. Через несколько десятков лет, может быть, робот будет стоять. Или вообще институт без аудитории. Вот я работаю в школе, в которой нет ни одной аудитории. Нет ни одной парты. Школа foxford.ru. Онлайн обучение. Там невозможно подойти к школьнику, дай его вот, утешить, по головке погладить. Вот. Или проводить воспитательную работу, исключительно образование. Ну, правда, все равно есть какая-то надежда, что там какие-то вещи можно сказать. Вот ваши глаза я, по крайней мере, вижу. Вот можно огонек вам передать интереса. Вот. Ну, конечно, неинтересно все то, что мы делаем. Вот, глупости какие-то. И учим мы на практике тоже какие-то глупости, очень какие-то сложные, мудреные системы, когда все можно было сделать просто. Вот тот же Еджадж, чем он не понравился нам? Зачем еще какая-то система? Я тоже не понимаю. Зачем это все надо? Ну вот, я могу это объяснить. Знаете, представьте себе человеку, которому, в принципе, объяснили суть аграрного дела. В чем суть аграрного дела? Были люди, которые находились вне понимания выращивания растений, не понимали, что это вообще имеет смысл делать. Ну, охотились. Вот видишь, добычу. Пожарил, съел. Понятно, да? Или там увидел фрукт на дереве, обобрал дерево, съел, накормил всех, да? О том, чтобы посадить это дерево, оно росло. Вот, допустим, человек понял. Да? Вот вы ему говорите, слушай, смотри, вот ты сажаешь зернышко, рис, допустим, да, или не рис, а пшеницу. Да? Из нее вырастает колосок, получается колосок из этого зернышка. Да? И из этого колоска мы достаем, собственно, эти зернышки уже в большом количестве и кушаем. Он говорит, все понятно. А после этого ты ему говоришь, дорогой, а вот комбайн. Зачем этот комбайн нужен? Он говорит, зачем? Все так сложно, надо зерночко сажать. Вот. Да, вот его взялся. Зачем комбайн, если можно взять, сорвать и почистить? Понимаете, то есть вам предлагают, мы вас пытаемся как можно быстрее, аховскими темпами, ввести в промышленное программирование, в методики, практики программирования, которые не рассказывают в университетах, в институтах, не рассказывают. А вы говорите, зачем нам этот сложный комбайн? Зачем нам Travis CI? Какая-то непрерывная интеграция. Прерывная очень даже неплохо, а можно и без интеграции. Файлик взял, запустил и все. Вот. Вот сейчас мы с вами, как сказать, начнем плавное путешествие к тому, зачем все это надо. Проблема в том, что написать простенькую программу, да какой-то там непростой алгоритм, олимпиадную задачу, это фигня. Это фигня. Проблема в построении сложных, больших программ. Маленькую программку можно обозреть, ее можно вот вникнуть как-то вот раз и взял ее всю в свой мозг. Но больше, чем 100 строк кода, на самом деле даже 30 строк кода удержать в мозгу трудно, но больше, чем 100 строк кода удержать в мозгу нельзя. Помнить про 5 переменных, какая что значит, ну, как говорил мой информатик, вам не хватает переменных, ну, возьмите ведро, и же коломане, не хватает еще ABCD, 2 ведра переменных. То есть переменные сами, вот, сказать, пожалуйста, вот, но я не буду записывать, да. Но еще помнить про ABCDEF, что они, по сути, значит, еще можно, а если добавить туда еще второе ведро переменных, то вы уже забудете, какая переменная для чего используется. Понимаете? То есть это к тому, что переменные надо бы правильно называть, но смысл в том, что один подход не работает там, где нужно масштабирование. Поэтому проблема именно в том, какого масштаба проекты можно писать. И вот подход, когда мы
Подход императивного программирования, когда у нас инструкции следуют друг за дружкой, есть циклы, да, ну и еще этот jump, да, ну или go to, это инструкция, которая в питоне в помине нет. Мы в C-то про нее никаких степени не рассказываем, чтобы не делали. Но есть такая, ну, или jump в ассемблере, да, или go to, просто прямой переход в какое-то конкретное место кода. А теперь выполняем инструкции вот там. Да? Вот. Она так не слабо мозг взрывает. Показать интересную блок-схему, на которой, которую невозможно реализовать циклами. Смотрите. Входим. У нас циклы будут с постусловием. Ну, неважно, какая с постусловием. Вот такая конструкция. Значит, вот этот, да, условие, и при условии я перепрыгиваю вот сюда, да? А вот тут вот второе условие, да? Ну, если оно там не выполнилось, то я продолжил дальше, да? А если оно выполнилось, то перехожу вот сюда. То есть эти циклы вот так вот. То есть это был бы обычный цикл репит-антил там из Паскаля, да? С постусловием. Вот. Ну, с предусловием тоже можно нарисовать. Но это нереализуемо. Ну и самое главное, что это абсолютно неотлаживаемо. Непонятно, как этот код будет выполняться. То есть он вот так вот гоняет цикл, да? Или вот так вот он гоняет цикл. А после того, как он вот так гоняет, он же может снова начать вот так гонять. То есть может быть вот как это вот такая вот зацикливание, понимаете? А иногда вот так снова. А потом снова вот так вот. То есть возникает такая нетривиальная ситуация. И поэтому возникли принципы так называемого структурного программирования. Вот. Ну, сейчас я вам их начну излагать. Ну, базовые вещи в том же питоне заложены на уровне синтаксиса. У вас не получится написать цикл, пока вы его тело не напишете правее. В Паскале это было можно, в C это можно. Из этого код получается вот по вертикали, читаем совершенно. Это тоже, кстати, структурирование кода позволяет увидеть, что оно находится на уровне глубже. Значит, например, если оно внутри цикла, значит, оно может выполняться циклически. Или оно под условием, то есть оно выполняется не всегда. Вот. Ну, давайте напишем с вами заголовок «Структурное программирование». Программирование и запишем его базовый принцип. Любая программа представляет собой структуру, построенную из трех базовых конструкций. Первый пункт. Программа состоит из... Чего? Ну, во-первых, последовательного исполнения. А. Последовательное исполнение. Б. Это ветвление. И циклы. Ну, это ветвление циклов. Там, так, значит, циклы. Повторяю, второе.
Повторяющиеся фрагменты программы могут быть оформлены как функции. Значит, функции, да, оформляют повторяющиеся кусочки кода. Оформляют повторяющиеся, да, или я английское слово reusable, да, повторно используемые участки кода, ну, или повторяющийся код. То есть удобно, оформила его как функцию и можно его вызвать. Вы этим тоже уже пользуетесь активно, да, пишите defer. То есть захотел, некоторую последовательность действий, записал. Вот. Но вся фишка структурного программирования содержится в пункте 3. Именно в нем говорится о... Ну, то есть, о чем здесь сказано? Здесь больше сказано не о том, что можно, вы это и так все знаете, а о том, что нельзя. Правда, есть такая хитрость, я и так вам не рассказал, что нельзя. В питоне, более того, этого и так, в принципе, не существует. А в C это существует... В общем, нельзя go-to. Ни в коем случае. Потому что любая программа может быть написана при помощи if-ов и go-to без циклов. Последовательное исполнение, ветвление и go-to. Вот. Ну и вы получите то, что вы видели. Вот. Только разобраться это совершенно нереально. Вот. Ну, функции позволяют очень сильно структурировать код. Очень хорошо. Но все-таки самая фишка вот здесь. Говорится... Коротко, разработка программы ведется пошагово. Значит, разработка программы пошагово. Пока непонятно, к чему это. А дальше так. Сверху вниз. Итак, давайте с вами решим задачку. Формулирую задачу. На вход поступает поступают строчки. На вход поступают строчки с автомобильными номерами. Ну, например, А238ВЕ и число 73. Число означает скорость, с которой машина проехала. Теперь условия такого художественного описания задачки. Стоит гаишник и смотрит на проезжающие машины с радара. Засекает их скорость. Смотрит на номера. Те машины, которые, соответственно, превысили 60 км в час, да, он останавливает и дальше предлагает штраф, ну и предлагает взятку. Вот. Но взятку он умный, он делает, ну как, он ее смотрит на цифры, говорит, ну с этого чего возьмешь? У него номер такой обычный, с него ничего не возьмешь. Значит, с такого, он превысил, да? С такого нужно брать сколько? Ну, условно 100 условных единиц. Если вдруг там попался номер 202, в котором две цифры равны, ну, любые давайте, любые. Две цифры равны, там, В, СС, да? Буквы не смотрим, только на цифры. Если две цифры равны, то, да, и скорость сейчас не будем заниматься, насколько он скорость, превысил и превысил. Вот. А с этого 200. А если он, у него, там, не знаю, какой-нибудь вот такой номер, 5, 5, 5, и все три цифры одинаковые, это значит, что этот человек крутой, у него много денег, и с него надо запросить большую сумму. Вот. И там с него сразу можно брать 1000. Осложнение задачи. В конце приезжает начальник. В конце рабочего дня, то есть когда начальник за ним сказал, я за тобой приеду, и мы поедем. Начальнику можно ехать с любой скоростью, штрафовать его нельзя. Начальник, то есть какое-то количество этих машин, да? Начальник приезжает на машине с номером А-999. АА. То есть это некий фиксированный номер, да, это начальник. Это терминальный
терминальная строка, да, и как у него там тоже какая-то там 100, да, километров в час, но это не важно. Это начальник. По окончании считывания этого потока данных нужно сказать, сколько заработал инспектор страны N. Задачка понятна? Это несложная задачка на анализ потока данных. Мы такое, в принципе, делали. Да, ну, тут некоторые тонкости с анализом вот этим вот. Просто как подступиться к ее решению. Я рассказываю, эту задачку я дал второму курсу ФБМФ, по-моему, лет 5 назад. Вот. Они ко мне пришли после первого курса, тогда был двухгодичный у них. Вот. И что я только не увидел. Вот тот же Гуту увидел. Вот. Все, ребята не умеют, потому что вроде умные физтехи, не умеют решать задачки. Подход. Разработка пошагово сверху вниз. Что это значит? Сейчас я вам покажу, как решаете эти задачки волшебно. Просто волшебно. Вы поймете всю прелесть структурного программирования. Итак. Что мне нужно сделать? Решить. А мне нужно решить задачку, да? Solve task. Она будет откуда брать данные с клавиатуры? Выводить на экран. Да? А, ну, я возьму здесь, напишу такое слово pass. Знаете, что оно значит? Это синтаксическая заглушка. Это синтаксическая заглушка. Ну и напишу, что? Все, значит, if. Мне нужно будет сейчас где-то, я пониже напишу. If name равно main. Это значит, что этот файл запустили в этом случае solve task. Все, я решил. Федорович, вы же ничего не решили. Но я сделал что? Я оформил решение как функцию, которую я напишу вот тут такую волшебную штуку. Программисты очень любят так делать. Если вы откроете программный код какого-нибудь реального проекта из того же GitHub, там же куча в GitHub, у вас есть аккаунт, вы можете туда выходить, гулять, искать, смотреть на проекты реальных людей. Вот, которые что-то пишут. Вот. Вы можете там встретить такую замечательную фразу. Fix me. То есть прям в коде комментарий программист знает, что тут надо доделать, он написал доделать. Но самое главное все-таки есть. Это некоторая решалка. Давайте решим задачу. Ну, давайте исправим этот fix.me. Надо же исправить. Исправим. Надо считать данные со входа и вывести на экран. Ну, давайте сделаем так. Print. Что нужно напечатать? Зарплату. Да? И ее нужно посчитать. Ну, давайте назовем print count salary. О! Я сделал fix me. Ну, правда, неправильно. Count salary — это все-таки функция, ее надо вызвать, да? Во! А input будут внутри этой функции. Что я сделал? Я все-таки некоторое действие уже сделал, да? И некоторые контракты у меня уже есть. Я чуть-чуть специально, можно было уже сразу здесь solve task не оформлять, а сразу вот здесь написать. Ну, чуть-чуть, чтобы вы поняли, да? То есть я именно сверху начинаю от старшей функции, а дальше прорабатываю детали. Ну, поехали прорабатывать детали. Значит, я вот это сейчас... Давайте я все-таки это дело сотру и начну детализировать сейчас count salary. Ну, поехали. Уж придется. Count salary. Значит, в конце она должна return, собственно, salary.
да, amount некий. Вот я заведу, как решается задача? Просто счетчик, да, заведем его, я его так назову, salary. Вначале 0 туда кладу. Дальше что мне требуется? Считывать строки. Да, то есть у меня будет строка. Каждую строчку я сразу буду сплитить. Да, и у меня номер, и скорость. Это делается очень просто. Как называется госномер? Как он называется по-английски? Автомобиля. Не помню. Просто number, number будет как number. Sign. А? Sign. Sign. Хорошо. Нет, было хорошее слово. Но от слова же многое зависит, понимаете? Я почему остановился? Это имеет педагогический смысл. Это имеет педагогический смысл, это не просто заминка. Вот вы пишете программу. Это вы пишете, не я пишу, вы пишете программу. И у вас возникла переменная. Ну, нужно переменную создать сейчас, да, в которую мы госномер положим. Какая ваша реакция на это должна быть, скажите? А, ну сейчас коломане напишем. Знаете, коломане написать? Нет, не надо коломане. Очень важно хорошо придумать сущность, назвать ее хорошим, красивым именем. Это очень важно. Вот давайте сейчас не будем торопиться, залезем в Translate. А еще ее желательно назвать по-английски. Потому что наши коллеги могут оказаться с этого. Так, делать, вот. Так. License number. Vehicle license number. Я его license not назову. License. Ну или num. Так. License num. Я сделаю camel style нотацию. N большая. Запятая speed равно чему? Input split. Точка split. Вы помните, да, когда я считываю поток с терминальным символом, то первое считывание происходит до while. Окей. Дальше пошел, собственно, while. Дальше. Пока что? Мне надо как-то проверить, что это начальник или не начальник. Я сделаю из... Как начальник по-английски? Chief. Из chief. Из chief license num. Да? Может лучше из chief. Да? Not. А? Из chief. Not chief. А chief это будет функция, которая выдает true и false. Ну, то есть в момент, когда я прописываю эту строчку, я думаю о том, во-первых, о названии функции, да? И тут же я думаю о том, что она должна возвращать. Мне будет проще писать эту строчку, если я не буду писать равно-равно true или равно-равно false. Да, ну вот not chief, я даже заложусь, чтобы это было отдельные два слова, not это логический оператор, значит она должна возвращать true, когда это начальник. Логично? То есть я продумал интерфейс этой функции в момент написать, в момент ее использования. Согласитесь, да? А потом мы ее изготовим. Я отложил изготовление этой функции. Продолжаем писать. Так вот, так, ладно, пока не начальник, что дальше я делаю? Ну, глобально я хочу в salary положить себе, да? Но я же не могу всегда положить себе в salary, я тороплюсь. Значит, мне нужно посмотреть, превысил он или не превысил. Если у меня, ну у меня 60, будем считать, что это у меня предустановленная константа, да, вот, и все, по городу 60. Если у меня speed больше 60,
Двоеточие. Ис. А? Ис. Потому что у нас это строка, а на строку мы сами сейчас. Абсолютно верно. Инт. Спид. А? Я бы даже сказал флот. Что там еще? В чем вопрос? Нету? Флот от спид больше 60. В этом случае. Что мы делаем? Кладем себе в селлере. Селлере плюс равно. Что? Ну, некоторую таксу, да? Count tax. И какую таксу мы кладем? Она зависит от чего? Собственно, license null. После чего, независимо от того, превысил или не превысил, нам надо что? Считывать информацию про следующую. То есть я снова пишу license null, num, запятая speed, да, равно input speed. Ну и в конце, собственно, return, я не печатаю, а мало ли, может мне сохранить эту celery нужно, и задачка, как бы, я уже не знаю, печатать это или не печатать. Я только знаю, что вернуть из count celery надо вернуть посчитанную зарплату в качестве возвращаемого результата. Return celery. Вот. Если я попытаюсь запустить эту программу, то Python скажет мне... Даже не питон, еще PyCharm, еще и до запуска. PyCharm начнет мне красным подсвечивать два места. Он скажет, вы знаете, вот я не знаю, что вот это такое. Вы тут написали, конечно, да? И я не знаю, что вот это такое. Никаких проблем. Ну, коммитить нельзя. Правда, коммитить нельзя, потому что не собирается. То есть, если у вас красным подчеркивает, да, что-то вот разломал. То есть я исправляя разломку, то есть то, что было, оно собиралось. Можно было тесты погонять, а сейчас это просто error. Ошибка вываливается. Ну, давайте починим. Починить очень просто. Вот это важный момент, сейчас почувствуйте, почувствуйте. Представьте себе, что все, срочно, пора бежать, нужно закоммитить. Так, ну я сейчас немножко преувеличиваю. Да, вам нужно... Этап закончен. Я не могу сейчас потратить слишком много времени на разработку. Я должен уйти, с утра прийти и продолжить работать. Я должен где-то стоп сейчас поставить себе. Какой? Как мне это починить? Да? Я введу эту функцию chief, да, которая получает, собственно, license. Ну. И возвращает true или false. Да? Она по протоколу должна возвращать true или false. Если я тут сделаю pass, то это будет неправильно. Она нарушит контракт. Она не должна. Она только true или false должна возвращать. Ну я давайте сделаю return true. Ну просто, ну пусть она на всех говорит, что он начальник. И, как всегда, мы это любим, fix main. Одну функцию починили, чиним вторую функцию. Какая там называется? Ну там, я повыше напишу. Def count text. Да? И что мы тут делаем? Она у нас тоже получает license null. Что она делает? Ну, на тут придется подумать рано. Она должна вернуть какую-то таксу. Давайте никого не штрафовать, условно. Ну или на всех штрафовать. Ну, лучше никого не штрафовать.
но она должна возвращать число. Опять же, иначе она нарушит контракт. Да, ну я вот условно return 0. И тоже я бросаю XMe, чтобы это дело исправить. Естественно, все, коммит. Это уже не поломанный, это уже собирающийся проект. Он не будет проходить тестов, конечно, но он собирается, его можно коммитить. Пока это было разломано, коммитить было нельзя. Еще раз, разработка ведется пошагово. Вы чувствуете эту пошаговость? Вот я действительно, серьезно, я могу сейчас поспать, отдохнуть, уехать в отпуск, вернуться, и мне понятно. Ага, ага, а вот, вот сюда. Вот тут надо доделать. Понимаете? И она очень четко читает. Уже в этом, дело в том, что как преподаватель проверяет. Да и вообще, как люди читают программу. Люди, не компьютер. Как люди читают. Они начинают ее читать именно что сверху вниз. То есть он посмотрит вот так вот. Я вот это иду и посмотрю, да? Он посмотрит вот на вот это. Скажет, а, ага, ага, так, что мы тут считаем, ну, я еще переменами назвал, хорошо. Но названия функций тоже играют существенную роль. Если бы я вместо функции chief написал тривиальный, ну, она же тривиальная, правда? Потому что тут одним return дело и ограничится, да? Что, нужно просто проверить return license. Ну, равно, а... Что там E999 сказал, да? Ага. Ну это ж тривиально, можно было просто туда это вставить и все. Да? Но, во-первых, это читается. Да? Пока не начали. Ну, если вы английский знаете. То есть само имя функции правильно написано, оно ведет к большей читаемости программы, она становится логичной. А вот эта вот штука, да, это условие, condition. Даже существует отдельная, есть такая штука, рефакторинг. Когда программный код работает, но некрасивый и ужасный. И говорят, давайте сделаем рефакторинг. То есть переделаем то, что работало, чтобы оно по-прежнему работало, но выглядело нормально. По-нормальному. Переделать заново по-нормальному. Вот. Ну, часто рефакторинг менеджеры запрещают, говорят, ни в коем случае, когда времени нету, нам баги надо фиксить, а вы рефакторинг делаете. Вот. Но в данном случае есть на сайте refactoring.com типичное название этого вида рефакторинга. То есть, если человек вписал вот так вот это условие, то старший программист может ему тыкнуть, читай на refactoring.com decompose conditional. То есть сделай декомпозицию условия. То есть вот это условие нужно как-то обозвать. Ну, это здесь оно такое тривиальное. А может быть для того, чтобы узнать, что это начальник, нужно делать пару запросов в базу данных и сверяться с первой, второй, третьей строкой. Понимаете? То есть это так вот простенько. На самом деле, и вот здесь вот я вычленил эту задачу, определил, что он начальник. И вот это вот вычленение под задачи самое главное умение вообще по жизни при программировании. Самое главное, что должен программист уметь делать, это проектировать. То есть он должен правильно спроектировать. Для того, чтобы правильно спроектировать, мы сегодня модульным тестированием занимались. Юнит-тесты писали, да? Вот я там в своей группе рисовал, что вот он тут, это, как бы мы руку оторвали, да, и приставляем ее к некоторой коробке. Моя группа это уже видела. Да, и у нас, соответственно, должны... А эта коробка, она не тело. Но она специально сделана, для того, чтобы потестировать руку. Сделать некоторый набор упражнений, проверить, да, рука работает отлично. И набор тестов погнали. То есть тело как раз и будет вышивать, что-то делать. Может быть, не всю функциональность. А эта штука, она все тщательно проверит, все сгибы, изгибы. Что оно вот так не разгибается, например. Надо же проверить. Понятно, да? Но для этого нужно что? Даже для юнит-тестов. Нужно спроектировать программу, чтобы в принципе рука была отдельным модулем. То есть программист должен вначале все разрезать на куски мысленно. Потом создается все по кускам, каждый кусок пишется отдельно, и это дело собирается.
вот эту декомпозицию, разрезание проекта. Вот как к ней подступиться к этой задаче? Вот структурное программирование говорит, начинай резать сверху. То есть я начал с чего? Я решаю задачу вначале, решаю задачу в целом. Потому что можно было начать решать не вот так, а я мог начать проектирование снизу вверх, не вот так. А ну-ка дай-ка я напишу функцию определения начальник или не начальник. А дай-ка я вот разберусь, что значит нарушить. Или, ну, все это можно тоже начинать делать из этого функции. Вопрос в том, что этих, половина этих функций может не пригодиться. Ну, реально. То есть сейчас трудно, да? Слишком маленькая задача. Но если начать прописывать снизу вверх, то может быть очень много лишней работы сделал. Или я написал функцию, а у нее интерфейс не совсем тот, который нужен. То есть она не совсем так работает. А при проекте, когда я решаю задачу в целом, да, я как бы беру некоторый кусок. Как объяснить декомпозицию? Представьте себе, что у меня есть друг, дорогой, помощник мой, программист, которому я могу сказать, дорогой, давай с тобой, вот ты реши эту задачку. Мне вот я тут вот решаю, да, вот ты мне помоги вот этот кусочек сделать. И он сделает. Вам не важно как. Вам важен контракт. То есть у вас есть функция чип, да? Да, я вот прям не напишу. Она для вас черный ящик. Вот как библиотека Lint была для вас черным ящиком. А ну вот. Но у вас есть документация. Вы сами ее создаете. В случае, когда вы проектируете программу, вы сами ее создаете. Вы говорите так. Вот у тебя входное данное это строка. Да? Причем определенной длины. Да, но это не только на тип. Контракт может включать в некоторые требования, что это строка длины. Но в данном случае у меня сколько? 6 символов, да. Да, то есть на нее ограничение, что ее лен. Да, str равно 6. Да, а результат это что? Это goal. Логично. Вот некий контракт. Вот и он должен эту задачу решить. К ней есть текстовое описание, то есть, что она делает. И мы можем с ним дружно понимать, как она работает и что она делает. Вот. Благодаря тому, и самое главное, я могу не интересоваться, сколькими строчками кода он это решил. Я могу ее тестировать как черный ящик. То есть я могу написать эту функцию, юнит-тесты теперь, да? Которые даю раз, даю два, номер третий, и проверяю, true-false, где она правильно, где неправильно отвечает. Вот. Так. Дорешиваем, да? Раз, два, count, tax. Значит, можно продолжить углубление. Да, я сейчас не буду тратить на это время и прописывать. Ну понятно, да, здесь нужно if-else конструкции, да, elif, там, посчитать вначале, если все три равны и так далее. Оставим. Я нарисую картинку еще раз, чтобы была понятна суть структурного программирования с точки зрения проектирования. Да, этим самым другом программиста, может быть, буду я же. Просто завтра. Умение вычленить этот кусочек задачи, понимаете? Вот правильно назвать функцию, продумать, что она в качестве входных-выходных данных потребляет. Кстати, очень важный момент еще один. Когда вы отдаете задание товарищу, ну вы еще пока не умеете создавать документацию, вики, как для lib.py, вы такого пока, наверное, не сделаете, хотя в Git предусмотрена возможность создания вики у каждого репозитория. Но хотя бы в коде, прямо вот тут, у функции существует документ строка. Вот так вот прям сюда возьмите и напишите. Я специально открыл тремя кавычками, чтобы многострочная строка, я мог долго и подробно объяснять. Да? В которую я и впишу, собственно, часть условия задачи. То есть я пишу здесь, да, там две цифры на 200, на три цифры одинаковые, ну я коротко сейчас пишу, да, 1000, да, иначе 100.
Там можно, на самом деле, если продумать, реально там начальник, вот. Если уже вдруг случайно ему посчитается так, да? Ну и вот тогда я могу бросать пэс и говорить: товарищ, вот тебе задача. Очень важно, когда товарищ берется решать подзадачу, то есть он погружается внутрь вот этой функции, вся остальная программа для него должна представляться как в тумане. То есть он должен забыть, для чего он это делает. Хорошая функция должна быть замкнутой сама в себе. Она не должна обращаться к каким-то глобальным переменным. Я вот такой рисунок рисую. Я хочу построить дом. Ну, я ж не буду сам строить. Я говорю: эй, фирма Гудвуд, построй мне дом. Ко мне приходит дядя с галстуком, представительный. Да? И улыбается. Говорит: да, мы построим вам дом. Но вы должны нам сказать: а, где? Б, там, сколько этажей, площадь. Ну, то есть, я при вызове этого дяди я соблюдаю некоторый контракт запроса. То есть некоторый интерфейс взаимодействия с ним должен четко соблюстись. Я ему выдаю некий список своих требований. Говорю: одноэтажный домик, да, там 100 квадратных метров, вот на таком-то участке. Ну и этот участок должен быть мой, иначе дядя не сможет туда добраться, будет с ошибкой. Да? Ну, дядя, в общем, что? А дядя по опять же, договоренности, да, по интерфейсу взаимодействия возвращает мне дом. Ну, или ошибку. Как вернуть ошибку, это отдельный сложный вопрос. Ну, простите, мы сегодня поработаем без перерыва, я не могу остановить. Да, он мне возвращает, собственно, дом. Ну, как результат выполнения, ну, объект дома. Без проблем. Дядя этот в галстуке наверняка дом строить не будет. Да, он формулирует более точно как-то это все ТЗ и вызывает бригадира, который уже в каске. У нас похожая ситуация, да, solve task волшебный, а тот уже позвал функцию, то есть это как бы одна функция просто вызвала другую, чуть-чуть это оформив, чуть-чуть некоторые дополнительные работки она print сделала. Да, этот бригадир уже вот такой мужик, да, и он, собственно, на стройку пойдет. Он не такой умелый. Сам он строить-то он не будет. Но надо сказать, что этот товарищ выдает ему, может быть, более полную документацию, да, со своими данными. Да еще вещами, да, это должен вернуть ему. Ну, дом, может быть, этот товарищ еще, кстати, какую-то работу там пройдется, поэтому. Может, он еще, кстати, кроме этого бригадира, потом вызовет контролера, который придет и проверит. Все время там или уборщицу, которая пропьет пыль. То есть там может быть дополнительные действия потом. Сейчас пока не будет. Давайте разберемся с бригадиром. Бригадир сам строить не будет. Он вызывает под программу. Первый у нас, значит, когда, это не бригадир, это называется прораб. А эти товарищи будут называться бригадиры. Тоже товарищи в касках. Да? Которые строят. Этот он говорит: так, тебе надо выкопать фундамент. Хорошо. Тебе надо выкопать фундамент. И он возвращает ему этот проект фундамента, да, и он возвращает ему фундамент. Как он делает фундамент, его не особо интересует. Понимаете? Как именно он это делает, это вот этого товарища не особенно, прораба, не особенно интересует. Должен быть соблюден контракт. Должны быть соблюдены размеры, да? Он должен быть ровный, с прямыми углами. Да? Разница высот должна быть. Диагонали должны быть, например, равны. Да? Проверяю, ниточки тянут, проверяю. Ну или примерно равны. Расхождение предела допустимого, понимаете? Ну просто, а как он это делает, его не интересует. После этого он вызывает второго товарища, который решает задачу, подзадачу, да, в каске, который, собственно, кладет, ну, допустим, дом деревянный, да, он кладет стены. Ну и, соответственно,
через стены и зовет третьего товарища, который уже делает крышу. Значит, монтажник-высотник, бригадир высотников, да, который делает крышу замечательную, с трубой, условно. На самом деле все сложнее, конечно. Там еще коммуникации всякие надо. Ну, у нас будет вот так, вот, три этапа. Соответственно, а мы проектируем процесс происходящий. И опять же, его не волнует, как он делает крышу. Естественно, этот товарищ сам делать фундамент не будет. Надо копать. Но зачем копать? Надо позвать того, кто выкопает. И он позовет кого? Экскаваторщика. Ну, например, я сейчас нарисую этого с лопатой. Работника, собственно. Это работник. С лопатой. Вот работник с лопатой стоит, копает, да? И вызвал... Кого? Ну, у него накопалась куча земли, ее надо увезти. Он вызвал этого таджика какого-нибудь, который с тачкой тащит. Я очень хорошо отношусь к гражданам Таджикистана, ничего плохого про них сказать не могу, но условно, да? Это прораб, бригадир, рабочий и... Как это называется? Черный рабочий. Черный рабочий. Но в смысле того, что он выполняет какую-то примитивную функцию и сам ничего не вызывает. Внимание! Вот это проработано. Когда все контракты, все вот эти интерфейсы проработаны, это классно. Потому что каждую процедуру, да, если надо эти приподняться и сказать, так, ну, это все реально выполняться уже будет компьютером, да, естественно. И он будет последовательно выполнять действия. Вот этого потом до вызова побежит, да? Вот, а потом вернется. Надо сказать, что параллельно здесь ничего происходить не будет. Это не параллельное программирование. Как строится дом, там понятное дело. Куча людей. Нет, здесь все будет... Рабочий сидит и курит, когда этот товарищ везет тачку туда и обратно. И продолжит только после того, как тот закончит. Вот. Так. Что еще? Что еще? У каждого, каждый из них, этот вообще ничего не знает про то, что он дом строит. Тачку с землей везет. Это очень важно. Когда вы пишете программу, она не помещается в мозгу. Но каждая конкретная подзадача обязана помещаться в мозгу. Иначе вы просто не сможете ее решать. То есть они должны быть нарезаны настолько маленькими, чтобы каждая функция была, ну, 50 строк кода максимум. Понимаете? Ну, больше, ну куда? Ну, 100! Это самое большее, если она примитивную структуру имеет. Но она не должна быть убойно бесконечной. Функции должны быть, ну, под задачей, должны быть маленького размера, достаточно. Понятно? И они должны ограничиваться конкретно. Да, и еще. Вот в питоне, как и в C, существует возможность доступа к глобальным переменным из функций. Не делайте так. Представьте себе, что вы вызываете функцию, выдав ей набор данных, она возвращает вам дом. Вы так, о, отлично. И говорите, друг, смотри, вызывает функцию с такими данными, или сами вызываете ее еще раз, она возвращает вам другой дом. В шоке. Почему? Я же тебе дал конкретный набор данных. А на заборе было написано, что функция должна возвращать результат и не лазить в какие-то дополнительные глобальные переменные, интересуясь, что там, а какая погода была. Возвращаемое значение функции должно зависеть от параметра. Это правило хорошего тона. Нет, ну такое бывает, конечно. Например, функция, которая берет с потока ввода, ну правда, я, вот, например, я писал функцию, которая countCellery, да? Она возвращала каждый раз разное, потому что на клавиатуре вводили разное. Она является нечистой функцией или грязной. Да? Это функция грязная, а чистая функция, она реально зависит от входных данных. Лучше максимальное количество функций делать чистыми и не позволять влазить, зависеть от каких-то
таких вещей. Так, с этим все. Теперь поехали, разбираемся с колл-стеком, стек вызовов. Немножко придется погрузиться в архитектуру. Вот у меня функции А, Б, С, Д. А, Б, С. Это у меня стек. Помните, я вам рассказал про стек? Нет? Ну, представьте себе просто, что есть такая штука. Называется стек. Шло выполнение программы. А. Действие, 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 действие. И тут вдруг она вызвала Б, как подпрограмму. У меня должно произойти приостановка работы программы А, да, функции А, и начаться выполнение функции Б. Но по завершении функции Б я должен вернуться на следующую инструкцию за местом вызова. Поэтому мне нужно сохранить информацию о том, куда возвращаться в стеке. И на стек кладется так называемый адрес возврата. Адрес возврата. Куда именно? Какой именно? Ну, это адрес возврата в А. В А. Я же из Б буду возвращать. Ну, а дальше пошло выполнение действий функции Б. Тут вызвана функция С вдруг. Ничего страшного. На стек, то есть сверху, кладется адрес возврата. Возврата. Куда? В Б. И опять же, адрес возврата в Б не вместо ровно вызова, а как бы на следующую инструкцию. Ну, правда, понимаешь, что длинное выражение, в котором внутри, ну, как бы вот как только мы уже получили значение этой функции. Те действия, которые по алгоритму должны быть в B продолжены дальше, как только придется значение C. Понятно, да? Вот в это место. Но пока что мы находимся внутри функции C. Да, и начинаем выполнять действия внутри функции C. Когда эти действия дошли до конца, да, ну или может быть где-то в серединке ее, не суть, но необходимый набор действий дошел до конца, звучит return. Если в функции нет ретерна, то считайте, что он есть. Return none. Возвращается из функции, когда кончился программный код внутри нее, то return none происходит. Return. Return является инструкцией, которая как раз и совершает возврат. То есть он происходит вот отсюда, на самом деле. В момент, когда происходит return. И у нас со стека в момент вызова return снимается адрес возврата. Тем самым второй return уже из этой функции, да, когда прозвучит да, return, да, он не только вернет управление ходом процесса на ту точку, где надо, он еще и снимет с стека вызовов еще один адрес возврата. Стек вызовов, который запоминает точку выполнения на время, пока выполняется подпрограмма, вы поняли логику? Кто-нибудь не понял? Место. В чем именно? Что именно пояснить? Все понятно. Не надо понимать. Стек вызовов реализован обычно как раз через специальный сегмент памяти стек. Мы не будем углубляться дальше. На этом сегменте памяти могут быть выделены переменные, но опять же, Python скрывает от нас реализацию, нам не надо глубоко вдаваться. Но важно, можете себе представить, что функция C для своей работы завела переменных себе с десяток. Да? Так вот, там сейчас лежит два адреса возврата, а функции C нужны переменные. Ну, так вот, она их как бы себе набрала вот тут вот на стеке еще. Ну и еще, еще, еще. Ну, на самом деле, не важно, на стеке или не на стеке, где это на самом деле. Но как бы представьте себе это вот так. В C это вот так, в чистом виде. Именно на стеке. Когда мы выходим из функции, эти переменные все исчезают. Их больше нет.
То есть они именно появились и исчезли вместе с окончанием работы функции. Локальные переменные, они локально были нужны. И все. Результат посчитан, больше не надо. Если понадобится, еще раз вызовем функцию, она еще раз создает себе со свежими чистенькими значениями. То есть они не ждут следующего вызова. А если функция вызывается рекурсивно, об этом мы узнаем, то там будет еще интереснее. У каждой функции будет свой набор переменных. Хотя это одна и та же функция вызывается. Так, с call стеком завершили. Двигаемся дальше. Следующая тема. Это генераторы списков. Я не успеваю сказать про именованные параметры функции, значение параметров по умолчанию. Скажу. Вы уже с функциями работаете, так что, в принципе, более-менее пару вещей. Если у вас какая-то функция, вы сами ее пишете. Не знаю. MyPrint. Да? И вы хотите, чтобы у нее был, например, первый параметр что, а второй является разделителем какой-нибудь. Что же может быть символ, каждый символ строки через один. Давай. Ну вот вы берете какую-нибудь строчку S, а дальше сепаратор. Да? Так вот, вы хотите, чтобы по умолчанию сепаратор был пустой строчкой, и все. Вот. Ну и делаете что-нибудь такое, например, for символ in s, кстати, так можно. Строка является итерируемым объектом, и можно бежать прямо по строке. Да, вот так можно. For symbol in s. И что я могу? Я буду что делать? Печатать print. Правда, в print он тоже называется sep. Ну ладно. Print. Делаем по-другому. Мы сделаем так. Назову их res. Res равно пустая строка. For symbol in s. Res плюс равно символ. Да? И кроме символа еще и сепаратор. Так вот, если я в конце, например, print res. Вот так. Вот, сепаратор у меня будет как после каждого символа, даже после последнего. Ну, так, допустим, так. Вот. Если же мне нужно, чтобы строка была по умолчанию разделена точками, например, после каждого символа точка, то мне каждый раз придется писать вот так, хочу или не хочу, my print hello точка. И каждый раз второй параметр, даже когда он очевидное значение имеет. Ну ладно, там есть, скажем, двоеточие. Точка должна быть стандартной. Так вот, если мне нужно стандартное значение аргумента, я могу написать вот так. Как только я это сделаю, я имею право не указывать этот параметр. Могу указывать, а могу не указывать. Тогда у него будет стандартное значение. Дальше. Если я хочу функцию с двумя параметрами, ну, допустим, с теми же самыми, вызвать в другом порядке, то я имею право это сделать. Я должен это сделать так. Sep равно минус запятая s равно hello. Это называется именованные параметры. То есть любую функцию, то есть если у вас функция f от x, то в питоне, и только в питоне, ну, может быть это еще, но в C точно нельзя. Еще раз. Как определяется, вот я сделал f от x, y. Да, и она return x разделить на y. И вот я вызываю f 1,2. Почему 1 это x? Потому что он стоит на первой позиции, а двоечка уходит в y, потому что она стоит на второй позиции. Логично?
Но я могу взять и сказать конкретно, x равно 1, y равно 2. Новых переменных при этом не создается. У меня вот здесь x нет, если я скажу print x после этого, он скажет фигня, сами существуют. Это именно именованный параметр, он должен совпадать по имени с вот этим. Ясно? Но можно сделать и вот так, y равно x равно, тогда порядок. Вот. Еще одну интересную штуку могу рассказать по поводу фора и по поводу использования функции с неопределенным количеством параметров. Это очень полезно знать. Например, вы хотите... пробежаться по значению списка и найти максимальное. Но без функции max, которая для списков работает. У меня есть список A. Уже есть. Что я хочу сделать? M равно... Ну, допустим, они все точно положители, поэтому максимум положу начальное значение 0. Я могу написать for I in range, а могу сделать так. For x in A, if x больше m, и m равно x. Посмотрите. У меня список является перечислимой структурой. Итерируемой. Значит, цикл for умеет по нему бегать. Строка тоже. Ну, вот вы это, я в функции написал, могли не заметить. Например, for символ. Так, in hello. Двоеточие. Print символ. Строка тоже является итерируемой. Он по одному символу будет из нее вытаскивать. Итерируемых объектов довольно много в питоне. Множество словари будут итерируемыми объектами. Очень удобно. Но с циклом for есть еще одна интересная штука. Она называется list comprehensions. Или генерация списков. Дело в том, что генерировать список по списку очень легко. Ну, можно, конечно, делать append. Помните, да, append добавляет в конец. Да, но можно сделать вот так. Например, у меня был список А. Я хочу сделать на его основе список Б. Я могу сделать это так. B равно. Дальше пишу какую-то функцию. Ну, например, x возвести в квадрат. Вы спросите, кто такой x? А его еще не было. Он прям тут появляется. For x in A. То есть у меня слово for находит цикл for как бы, да? Находится внутри квадратных скоб. Что это по сути означает? Что для каждого элемента А, в том порядке, в котором А их выдает, то есть в порядке списка, да, упорядочено, x и оттуда элементы достаются под именем x, возводятся в квадрат и складываются в B. Поэтому считывание списка А я организую, я, допустим, хочу считать список А с клавиатуры, да, и сделать его сразу интами. Я его тоже так сделаю, смотрите. Я скажу так. Сделать целым числом, интом, некий x, да, для x in. Дальше мне нужно дать ему список строк. Очень легко. Input. Да, точка сплит. Причем input будет сделано один раз, то есть считается одна строка. Для этой строки я делаю сплит, опять же, один раз. Сгенерировался объект, для которого, то есть объект списка строк, для которого будет дальше происходить его разбор. Цикл for как бы бежит, берет из него элементы. Для каждого элемента он делает с интом и закладывается в А. Все. И в этот же момент, собственно,
объект и появляется, да, и я сохранил ссылку на него в А. Класс? Самая классная штука с этим листком прихэтчет. Нет, еще одна вещь перед этим. Помимо этого, я могу перекладывать из одного списка в другой не все элементы, а фильтровать. То есть, например, я хочу сделать некий список C, в который входят элементы А четные. Как я это сделаю? X, просто X. For X in A. И прямо тут я пишу if. Если x процент 2 равно нулю. То есть, помните, я вам говорил, да, что алгоритмы есть такие потоковые. Вот у нас набор данных, да, и результатом является число. А есть такие, что набор данных, и мы там фильтруем, получается набор, ну, последовательность данных, да? А здесь получается, что я вот взял и некоторое действие применил ко всем элементам списка, да при этом еще и сделал некоторые условия отбора элементов. Класс? Спать не будем. Эти генераторы, да, list comprehensions, генерация списков или сокращение списка, могут быть вложены друг в друга. Как мне сделать двумерный список? Надо сказать, что двумерных массивов, да, как бы в чистом виде в Питоне есть, но в библиотеке, а стандартными являются как раз не массивы, а списки. А списки могут своими элементами иметь разнотипные элементы. Почему бы элементу списка не быть списком? Пожалуйста. То есть я беру некий список, да, пустой пока, да, и могу туда сделать что? Append в конец, заложить список 1, 2, 3. Значит, у меня что? А является списком с одним элементом, в котором, собственно, список 1, 2, 3. Ну, я специально рисую ссылку, чтобы понимать, что это ссылка, да? И потом я могу добавить туда еще. Append 4, 5. Что у меня получится? У меня второй элемент там возник, который мне второй список указывает. Ну, чисто эстетически, лучше будет, если я вот эту штучку нарисую вертикально, да, а элементы вот эти вот будут у меня указывать на списки вот тут. Ну и желательно, чтобы эти списки были одинаковой ширины, тогда я смогу пользоваться, то есть 4, 5, 6, например. Да, тогда я смогу пользоваться этим списком А следующим образом. А, ребят, 1, 2. Скобки как бы слева направо, но я не буду их прям писать, я так мысленно нарисую скобочку. Кто такой А первый? Это элемент с индексом 1. Да, вот. У меня там, правда, сейчас третьей строки не сделано, вторая, да? А 2 это элемент с индексом 2. Для объекта, который оттуда возвращен, то есть вот для вот этого. То есть это шестерочка, да? Ну, я могу туда положить что-то другое вместо шестерки. Фактически уйдет вот сюда. Ну или вот сюда. Ясно? Ну, это, по сути, двумерные, как двумерные массивы получается. Очень удобно, да? И ты жили, таблички такие. Однако есть забавная, интересная штучка. Для списков существует операция повторения. Знаете про нее? Помните? Для списков существует операция повторения. То есть, если я хочу сделать, например, список из n нулей, заготовить себе, то никаких проблем. Вот, пожалуйста. Да, и список А, нолик. Умножить на n. Красота. И меня не волнует то, что все эти ссылки идут на один и тот же объект 0. Потому что инты являются неизменяемым типом. Я не могу изменить сам 0. 0 равен 0 и все.
А вот если я заложу туда список, да? Я сделал список, в котором содержится список, давайте, 0 умножить на n, да, и умножить на m, то возникнет вот такая забавная штука. Я породил что? 0 повторенный n раз. Ну, как бы я это нарисую так, 0, 0, 0, 0. Там такой список. И ссылку на этот список я положил в список длины 1. После чего я вот этот список умножаю на m, то есть я его применяю метод повторения, да? Ну я вот так вот вниз нарисую, чтобы было понятно. И что и все эти ссылки такие же ссылаются на тот же объект. Поэтому если я сделаю изменения, например, в а 1, 3, да, положу туда что-то, то куда это уйдет? 0, 1, 2, 3, вот сюда. Что я туда положил? Я туда единичку положил. То не надо удивляться, что это произошло не только в строке с индексом 1, а во всех строках. Потому что объект строки 1. Поэтому вот так двумерные списки не создаются. Каждую строчку нужно отдельно породить. Как же это сделать? При помощи генератора. Берем генератор и вкладываем в него генератор. Нет, вы не смейтесь, это очень красиво и просто. Но для начала я могу сделать так. Я могу все-таки без генераторов пока обойтись. Но вот эту операцию, да, умножение нуля на n, я должен реально сделать многократно, то есть изготовить таких списков m штук. Для этого я должен реально генератор и сделать. Вот я что и сделал. Я скажу 0 умножить на n, да, для и диапазоне m. Оп. Это действие будет, вот это выражение будет вычислено сколько раз? M раз. И каждый результат его вычисления будет положен в список, соответственно, A. Раз оно вычислено будет m раз, прошу прощения, то у меня возникнет вот этих списков длины n, состоящих из нулей, m штук. Возникнет то, что надо. Массивчик размером m строк, n столбцов. Но еще интереснее вот что. Я могу устроить таблицу умножений. Смотрите. Вкладываем генератор в генератор. Говорю, и умножить на g для i in range 10. Ну, я условно. 10, да? Закрываем. Это вычисляемое выражение для внешнего генератора. Да? В котором, да, я сделаю отбивку, перенос строки. Да? Для for g in range 10. Это скобка внешнего генератора. А это вложенный генератор, который является выражением. И вот таким вот однострочником я могу генерировать не только таблицу умножений, но изобретая выражение, вот сюда записываемое, или, например, 10 умножить на i плюс g. А, ну лучше до g. И у меня бежит по строке, а G постал по номеру строки. Это будет совсем интересно. У меня получится вот так. Я просто выражение меняю вот здесь внутри. А получится, знаете, какая забава? А? Ну давайте я поменьше. Могу поменьше сделать размер. Чтобы у меня быстро нарисовать на доске. Давайте. 4 умножить на i in range 4, 3.
получится вот плюс G еще. Плюс G проект. На G плюс G прошу прощения. Три строки, четыре столбца. Давайте считаем 0, 0, 0. Да? Дальше вложенный цикл работает. G пока равно 0. Да? 0 плюс 1. 1, 2, 3. Дальше следующий генератор. То есть переходим на следующий. Снова вложенный генератор работает. Но G равно уже 1. 4 плюс 0. 4. 5, 6, 7. Да? Дальше что? G равно 2 и равно 0. 8, 9, 10, 11. Забавно? Ну, сам. Ну, если так прям внимательно подумать, то можно решить и вот такую задачку. У меня даже где-то лежали тестовые данные для нее, которые можно вот так заполнять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Но это не такое нетривиальное математическое выражение. Ну, решаем. Такое уже близкое к олимпиадному уровню. Так, давайте посмотрим, все ли я вам рассказал про цикл фор, двумерные списки, структурное программирование. Так. Именно структурное программирование, декомпозиция задачи, стек вызовов. Рассказал, я вам не рассказал про полиморфизм в питоне. Вот вы пользуетесь и создаете функциями. Я надеюсь, что вы сейчас начнете писать покрупнее программы. Не надеюсь, я уверен, что следующее занятие будет уже покрупнее функции вам будет. Потом будет уже через раз проект побольше, который придется проектировать. Вот. Вы будете создавать какие-то функции. Вот я назову функцию плюс, которая возвращает А плюс Б. Вопрос. Для каких типов был бы этот Паскаль? Вы бы сказали, для интегеров или для чего-то еще. А здесь тип-то не прописан. Как он реагирует? Ответ. Эту функцию плюс можно вызывать для кого угодно, для целых чисел, для вещественных чисел, для строк. Если строк, можно складывать? Можно строки складывать? Да, конкатенация строк можно складывать. Значит, какое будет поведение функции? Разное. Это называется полиморфизм, то есть разное поведение при разных входных данных. Полиморфизм. В питоне полиморфизм, который принят, называется утиная типизация. То есть если с объектами А и Б в принципе можно осуществить операцию, которая происходит внутри функции, то эту функцию можно для них вызывать. Если вдруг окажется, что нельзя, то произойдет ошибка именно в момент обработки этой операции. То есть он при интерпретации скажет, ой, нельзя с этим объектом. Строка и число какое-нибудь. Понятно? Говорят еще такую фразу. Если оно, if it quacks like a duck, if it swims like a duck and looks like a duck, then it's probably a duck. Ну или, короче говоря, если оно крякает, как утка, плавает, как утка и выглядит, как утка, наверное, это утка. То есть вот питон так вот, как бы, вот, нормально все. Вот. При этом разное поведение определяется разной интерпретацией вот этих действий для разных типов. Использование списка как стека. Ну это очень просто. Идем. В список, как вы понимаете, можно и пендить. Но у него есть еще одна замечательная операция pop, которая является операцией быстрой, достаточно. Она возвращает, точнее, прошу прощения, удаляет элемент с конца. Для чего она нужна?
для того, чтобы использовать стек как структуру данных стек. Например, я могу накладывать в список А значения при помощи эппенда, да, пока не встретится 0, а потом выплюнуть их все обратно в обратном порядке. Вот. А как это мы будем делать? Завели пустой список, да, там, дальше x равно input, input, ну давайте input просто без input, да, пока x не равно нулю, я в кавычках, потому что я к инпу не приводил, да, я что делаю, a.append x, да, x равно input, да, все, так, я считал эппендами, да, и докладывал в конец. Теперь список вывести наоборот. Что я делаю? Я при помощи метода pop оттуда буду их доставать. Так, сейчас, секундочку. Как я это делаю? Пока А. Кстати, забавно. Вот еще одну вещь напишу. Пока А, двоеточие. Что я написал? Фигню? Ну, я иногда пишу фигню, вы так не говорите уверенно. А это я пользуюсь логическим значением списка. У любого списка, кроме пустого, логическое значение true. У пустого списка логическое значение false. Так вот, пока а не пуст, пока а, print a.pop. При этом операция pop делает сразу два действия. Она, во-первых, возвращает значение последнего лимита, во-вторых, его оттуда удаляет. Pop и append операции быстрые. У pop есть возможность указать номер лимит, который надо вытащить из списка, но для всех элементов, кроме последнего, эта операция является долгой, потому что нужен shift сдвиг в массиве, а он скрыто от вас происходит, но ровно так, как я рассказывал в прошлый раз, с переносами значений ссылок. На этом все сегодня. Спасибо вам большое. До свидания.